что много людей, все улыбаются, шары, много детворы, и это всегда меня радует. Ярко, но в этот раз это очень особенно замечательный праздник. Мне больше всего понравились, как мы разукрашивали замки и площадка квестай. Много батутов и аттракционов. Дай Бог, чтобы все наши мечты сбылись. Счастья тебе, любимый славян! Еще раз с праздником! Ура! Что для меня Славянск? Для меня Славянск – это моя родина. Здесь я ходила в детский сад, здесь я ходила в школу. Здесь у меня был первый поцелуй, здесь я закончила институт, здесь я родила своего сына. Все счастливые моменты в моей жизни связаны с этим городом. Здесь живут мои родители, здесь мои корни. И мне очень хочется, чтобы наш город процветал. Наверное, сейчас наступил тот момент, когда нам нужно вместе мобилизоваться и сделать тот шаг, который приведет к развитию города. И тогда каждый из нас будет счастлив.